Ну так вот, приехали мы на Груз Грайнд, с нами коллеги. Hey, say in your language. Namaste. Namaskar. Oh, interesting, it sounds about the same. В общем, мы сейчас попремся на гору Груз Грайнд. Здесь ничего не видно, но она вот высоко далеко. Буду держать вас в курсе. За спиной у меня рюкзак с кучей пива. Много страданий обеспечено. Ну вот мы и начали наш подъем. Полуторачасовой где-то. С пивом за спиной. Ну, песни будем петь чуть позже, пока это только начало. И мы все еще идем по лесу или по горам. И нам еще идти в горы и в горы. Мы сейчас вот на отметке 4 из 40, 10% пройдено. Да? Я. Эй, а тут мы нашли маленького хомячка. Эй, хомячок, толстячок. И пока хомячок бегает, вот такой примерно вид открывается. Сложно передать словами, но вокруг лес. И нам еще пердолить он туда вверх, вверх в гору. Чаки-ча. Джимми, 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 аджа, аджа, аджа. Джимми, 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 аджа, аджа, аджа. Для тех, кто не знает, Джимми Джимми – это имя актера. Наджа – не уходи, джа – уходи, аджа – приходи. Не благодарите. Вот мы преодолели 3/4 пути. Осталось 10 поинтов из 40. Еще вот пойти прям в гору, и за нами уже длинный путь. Последняя часть довольно крутая и тяжелая. То есть первая четверть самая легкая, и потом потихоньку нарастает ближе к концу. Но мы идем бодрячком. Адя! Адя! A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, and where to go. Так, друзья, мы это сделали. 1:27 от начала до конца. Это было тяжело, особенно с рюкзаком полным пива и воды со льдом. Но, на самом деле, пока не видно, мы ждем остальных. Ну вот вдалеке дымка, океан. Здесь вот лесок, дом и там дальше всякие увеселения. Сейчас пойдем тусить и встречать закат. А вот мы пришли, и здесь у нас гризли-медведи. Какие они вообще гигантские. Это просто... сложно описать, это прям чуть страшно. Хорошо, что под электричеством. Эй, бэр! О, май гад. Бэр! Привет, может, ты на русском говоришь? Эй, привет! Привет! Man, you big, you know it? You so big guy.